Кстати, однолетняя Ирина Горбачева рассказала о неприятности, с которой столкнулась во время сотрудничества с американским глянцем. Актриса призналась, что экстремально короткая стрижка не помогла ей появиться на страницах модного журнала. Звезда фильмов «Аритмия» и «Я худею» прошлой весной отстригла волосы и объявила о том, что скоро летит в Лос-Анджелес. Там Ирину ждала многообещающая фотосъемка для американского Vogue. Редакция заинтересовалась в Горбачевой после того, как та согласилась кардинально изменить свой имидж. Американцы привыкли представлять российских знаменитостей в гламурных образах, а Ирина пошла наперекор устоявшемуся стереотипу. Актриса рассчитывала на успех, однако ее ждало разочарование. В этом россиянка винит главного редактора американского издания Анну Вентур. «Это была не совсем красивая история. Я туда прилетела туда за свой счет, на свои деньги питалась, поменяла свои планы. Два дня у нас была съемка, в первый день – видео, второй – фото. А потом накануне печати они мне вдруг позвонили. Сказали, что главный редактор американского Vogue зарубила именно меня», – пожаловалась Горбачева. Ирина не стала скрывать, что отказ показался ей очень обидным. И все же артистка переосмыслила произошедшее. «Было неприятно. Но это классная ситуация для меня. Я поняла, что если я буду серьезно к таким моментам относиться, это странно», — отметила Горбачева в передаче «Однажды» на НТВ. Кинозвезда добавила, что не жалеет о том, что распрощалась с длинными волосами. Ирина заявила, что всегда любила дерзкие эксперименты с прическами, но не могла себе их позволить из-за работы в театре. Недавно Горбачева перевоплотилась в сексуальную блондинку с каре. Коллеги актрисы пришли в восторг от ее снимков. Фанаты обожают Ирину не только за ее смелость, но и за веселый нрав. Звезда не раз доказала, что умеет веселиться на вечеринках и завоевывать внимание на светских мероприятиях. Так, на красной дорожке кинотавра Ирина сбросила туфли на каблуках и позировала босиком.